вот он сейчас так нормально разогнался, сейчас под 100, под 100 чем-то летит уже. Легко-легко так. Хорошо уложены рельсы. Не надрываясь. Когда он выезжал совсем с города, вот по обочине, именно в самой черте города, возле обочины самой железной дороги, мусора примерно столько, сколько вот и в Украине, и на России. Вот, примерно то же самое. То есть, если вы думаете, что в Европе как-то идеально чисто, то вот в Сицилии как-то я особо этого не заметил. То есть те же бутылки, те же вот, непонятно что, пачки сигарет и так далее. То есть, если вот мы сейчас едем, там просто вот нет места, где человек, чтобы человек ходить, там нет места, там нет мусора. А там, где можно как-то пройтись каким-то, кому угодно, там этого хватает. Вот. Естественно, как только я собрался уезжать, солнышко сразу появилось, тепло стало. Сейчас приеду в Палермо, там, наверное, будет холодно опять. Не опять холодно, вместе со мной холодно. Мы как раз приезжаем в аэропорт. Хостел посоветую или наоборот не порекомендую, кому как понравится, кто как воспримет. Хостел называется Эко Хостел. Вон Booking.com его легко найти, то есть Эко Хостел Катания. Значит, хостел сделан так, что, ну, как бы я его делал бы, ну, то есть, ну, не к чему придраться, то есть он такой вот какой-то, и везде как-то по-человечески, что ли, все. Вот, допустим, даже двухэтажные кровати сварены, получается, такие как конструкции с достаточно высокими потолками. И так, что это настолько жесткая конструкция, настолько она монолитно вообще приварена и интегрирована в стену, что вот если ты там залазишь на второй этаж, то оно вообще никак не шатается. И да, и там матрасы такие, во-первых, они ортопедические, а во-вторых, они такие полуторные, то есть они где-то так вот 2 на где-то метр 40, наверное, метр 20, то есть такие широкие, то есть вообще как будто двухместные. Такой, а я еще такой уточнял, я говорю, это у меня еще одноместная? Она говорит, да, это еще одноместная, типа двухместная еще шире. Вот, и она говорит, что есть такая опция, что можно типа вдвоем на одной спать, это будет чуть-чуть дешевле, не в два раза, потому что все равно типа завтракать типа, будут два человека, типа, и как бы, ну, как вроде как, типа, два человека будут, и поэтому, то есть, там есть типа такая-то там акция, типа, вот, так что, но какой минус? Вот я сюда приехал, что я не выспавшийся был, приехал такой, думаю, дай прилягу на 1.5-2 часа. Ну и... А там матрасы такие, они какие-то идеальные, что ли. И ты засыпаешь минуты за 3. А еще там... там еще очень классно, там такая шторка. Шторка не такая тряпичная, а такая как ролет такой. То есть плотный такой материал, и она еще такая, имеет эту механику, что типа она... сама идет наверх, и ты как бы тянешь, так и как бы защелкивается. Рулон такой сворачивается. И, то есть можно абсолютно легко как-то вот спать часов по 10. Это ничего хорошего в этом нет, потому что ты просыпаешь, ну, хочешь там чуть-чуть поспать, а в итоге спишь часов 10. Там как-то еще и свежий воздух такой, и такой просыпаешься там 4-5 часов такой, думаешь, да ё-моё. Ну понятно, что это если уснул там где-то под утро. Точнее, я себя полностью разбил режим.
Вот. Дождик собирается. Ну, не дождик, а вот тучки-то точно. А уж как они там решат, будут они сегодня облегчаться тут или не будут. Как видите, не самые чистые стекла. Это что у нас за деревья были? Непонятно. А, что хотел бы... Что понравилось? Понравилось? Да, блин, мало что понравилось вообще. Не знаю, цены на апельсины. Они тут реально копейки стоят. Мало, очень-очень мало кто понимает. Даже молодежь с трудом понимает по-английски. То есть, вот если сравнивать даже с элементарной какой-нибудь Одессой, то, то в Одессе среднестатистически человек такого возраста 20-30, ну, будут понимать больше на английском. Здесь все какие-то такие, как, только по нему могут разговаривать по-английски. То есть просто никак. То есть в основном жестами так показываешь. One, two, three, даже вот это не понимаю. Ну, опять же, типа, то, что те люди, которые мне попадались. А, это апельсин. Кое-где видно. Мелкие, правда. Если вы думаете, что с другой стороны поезда какая-то другая картина, нет, там более грязные окна, и... просто поверьте, там ничего интересного. Так что вот смотрите сюда и не возникайте. Понятно, да? Откуда апельсины? А это что такое? Такие домики. Что это за труба такая? Канализация, что ли? Ну, видимо, акведук, понятное дело, какой-нибудь там. Типа, чтобы поливать. Нет, не понятно. Ну, скорее всего, вода туда. Для полива. Да, вот так, по-моему, у вас лучше будет. Голова будет меньше кружиться и болеть. Это в перспективе. Так, ну все, не буду тратить пленку. Ну, может, что-то там. Вдруг что-то интересное будет. Да выключайся, мать твою. Так, телефон.